Дамы и панове, я Юрий Горбунов, и в эфире шоу «Танцы с зерками 2». До речі, проект «Танці з зірками» в цьому році був створений спеціально для того, щоб зібрати аудиторію для програми «Шоу Юрі», яка почнеться одразу після оцього. А поки люди збираються на «Шоу Юрі», на паркеті секс-символ нашого проекту Микола Тищенко. Альфа-танцор. Ер-ресторатор. Афродізєц нашого проекту. Зустрічаю. Ось він, мрія всіх жінок. Чоловік, при появі якого на екрані навіть Ульяна Супрун робить зачіску подобну на жіночу. Що ж, дякуємо, Микола, за танець. Будь ласка. Давайте йому поаплодуємо. Дякую, я сам себе поаплодую. А поки наше поважне журі. І першому, кому я хотів би надати слово, це людина, яка настільки популярна, що про неї жартують навіть у шоу Юрі! Діма Монатік, прошу. Привіт всім. Ви знаєте, я просто потрясен. Я перед цією парою хочу просто не можу сидіти, я просто хочу встати. Ребят, я как танцор просто вам завидую. Вот нетривиальные элементы, замечательные связки. А вот потрясающая работа бедрами, Коль. Но есть одно но. Коль, смотри, ты работаешь бедрами во время румбы. Да. Ты работаешь бедрами во время ча-ча-ча. Ча-ча. Во время вальса. Да. Даже сейчас мы с тобой разговариваем, а ты работаешь бедрами. Серьезно? Не знал. А, да, это я просто еще не закончил танец. О, закончил. Ух ты, начал. Да-да. Но тем не менее, я просто восхищен. Николай Тищенко — это самый прогрессирующий танцор нашего шоу. Аплодисмент. Спасибо, спасибо. Спасибо, посудите сами. Партнерша цела, Коля в одежде. Ух. Шок у меня у самого. Появилось взаимодействие, Коль. Ты 3 раза смотрел на Нану, а не только на себя. Супер. Так держать. И еще один нюанс. Коль, прекрати во время танца вот говорить о себе в третьем лице. Ну, типа, Коля молодец. Вот это каляндал. Я передам Коле. Микола, я так сміюсь. Ха-ха. Микола, хто вас підтримував в залі? Ну, в залі мене, кроме Коли, меня поддерживала моя супруга. А как ее звати? Отдельная история. Вы знаете, это еще было в ЗАГСе. Началось, да. Вы знаете, я захотел, чтобы моя жена взяла мою фамилию и имя. Я считаю, да, что на самом деле справедливо, что сексом с Николаем Тищенко может заниматься только Николай Тищенко. Понимаете? Дякуємо, дякуємо, Микола. Продовжимо. Слово Катерині Кухар. Николай, я бы хотела, Николай, чтобы вы... Катерина, кажіть швидше, бо не встигнете подивитись шоу Юри! Да, угомонистый парень. Вибачте. Ну что ж, Николай, до вас здесь танцевала Оксана Марченко. Да. И в ее танце отчетливо чувствовалась нога Москвы. В то же время, как ваш танец, Николай,
Это ритмичная, выразительная, выстраиваемая в определенную композицию херня. Это уже было не ха-ха сейчас. Не смешно мне. Николай. Николай. Да-да. Или вы хотите, чтобы я называла вас Коля? Честно, я бы хотел, чтобы вы называли меня Кол. 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 Ну что ж, Кол, мне нравится ваша животная сексуальность, но я хочу напомнить вам, что фокстрот не является производной от слова фак. Не знал. Напомните, как вы себя позиционируете? Да, очень просто, кухарка. Я альфа-самец. Я смотрела в юности этот сериал про альфа, но не знала, что у него есть самец. Вы действительно как с другой планеты, Николай. И меня не покидает странное желание скормить вам кота. Подумайте все же, что скажут люди. Вы знаете, честно говоря, меня мнение людей вообще не интересует. Я считаю, это так же не надо, как и верхняя пуговица на моей рубашке. Единственное мнение, которое меня интересует, это мнение зеркала. Что ж, Николай, а вы танцевали танец по мотивам Ромео и Джульетты. Вы знакомы с этим произведением? Да, я смотрел эту книгу, да. И что? Когда Джульетта отравилась, Ромео начал целовать себе бицуху? Конечно, вот как раз и ха-ха. Николай, вы так часто целуете себя в разные части своего тела, что я даже радуюсь вашей негибкости и неповоротливости. Это, кстати, не ха-ха, вообще мне было очень, да. Я думаю, что вы все просто завидуете мне, а точнее, вы завидуете моим бедрам. Это не просто бедра, эти бедра мне, честно говоря, достались от моего деда. Он был гипнотизером. Вот так вот. Да, и вопрос не о танцах, Николай. В своей анкете напротив вопроса «хобби» вы дописали букву «Т». Зачем? Я хотел, чтобы все зрители узнали, что Николай не только самый красивый, но еще и самый остроумный хобби. Катерина, що ви скажете про партнерку Миколи? Да я сам скажу, сиди, кухарка. С самого начала я собирался танцевать сразу с тремя партнершами, но правилами шоу невозможно продемонстрировать весь мой потанцевал. Коль, ты ошибся, ты хотел сказать потенциал. Нет, гном, я не ошибся, я же сейчас потанцевал. Значит, потанцевал. Ха-ха. Ну это... что ж, а я скажу, что Нана удивительно трудоспособна. Она как жук-скоробей, который третью неделю катает по паркету огромный шар. Вы улавливаете мысль, Николай? Не, я не понимаю тебя. Вы же ресторатор, скажу на понятном вам языке. Ваш с Наной хинкали состоит из двух частей. Нана – это маленький нежный кусочек теста, который пытается обвить огромный кусок сырого мяса. Так понятно? Что за нано-хинкали ты? Так, вы, если я не ошибаюсь, еще и бизнесмен. Да. Тогда скажу так, на вашем языке. Еще раз сюда придешь, я тебе ноги переломаю. Это не ха-ха совсем. Да, що ж, дякуємо. Дякуємо, Катерино. Хто далі буде оскорблять Николая? Чи може спочатку подивимось шоу Юри? Хватит! Неугомонний, а? Ну, тоді Влад Яма. Будь ласка. Спасибо. Николай, у меня к вам вопрос как к ресторатору. Скажите, что за дичь вы нам сегодня приготовили? Знаете, после вашего танца я могу вам сказать, что вы самый сексуальный, самый харизматичный, сильный шкаф, который когда-либо таскали по этому паркету. Коллеги, я хочу вступиться за Николая. Все согласятся, что Николай Тищенко – единственный танцор в мире, который сделал предметом гордости то, из-за чего не может быть нормальным танцором.
Сложно. Очень сложно, да, действительно. Дима, извини. Ваш танец, Николай, мне напомнил поход на флюорографию. Чаще, чем раз в месяц, на это смотреть нельзя. Предварительно не взяв в зубы крестик. И последний. Коль, слушайте, не рассказывайте ведущим, как вас нужно объявлять. Но не будет Горбунов говорить, если бы я был бабой, я б ему дал. Встречайте Николай Тищенко. Хорошо, я передам Коле. И в конце концов, запомните, Павло Зебров такой же участник проекта «Танцы со звездами», как и вы. Мы не нанимали специального человека, который будет чистить вам обувь. Я не знал, а я думал, что под носом это у него щетка. Это усы. Усы, извини. Да. И, опа, я, по-моему, опять могу танцевать. Николай, класс. Вы знаете, да. Я хочу отметить вашу настойчивость. Да. Ваша настойчивость помогла вам дойти до финала. Это при том, что вас выгнали еще в третьей передаче. Серьезно? Я не знал. Да, дякуємо, Влад. Що ж, Микола, перед тим, як ви продовжите своє, своє. Може ви хочете комусь подякувати? Да, ха-ха. Я хотів би поблагодарити свою партнершу. Свою партнершу по танцам, свою гримершу, красотка. Просто женщину случайную, которая брала у меня автограф. Я благодарю еще Егорыча, который на шлагбауме. Тихо, хватит, да-да. А Микола Тищенко, ваши оплески. Спасибо. Что ж, звучит финальная мелодия шоу «Танцы с зірками». А это значит, что нарешті начинается шоу Юри! А поки що в мене для вас особистий сюрприз. Зустрічайте Діма Комаров. Боже мой. Дімочка. Діма, прости нас, Діма. Здравствуй, Діма. Прости. Здравствуй. Діма, хочу сказать, что вы самый лучший. Я забираю все слова, которые говорила в ваш адрес, и отдаю их Николаю. Еще. А вы, Дима, вы король танцев. Не останавливайся. Вы герцог сальсы. Еще. Губернатор Чичок. Еще. Вы директор вальса и учредитель хип-хопа. Давай. Хетьман Хабака, вы оп. Хватит. И все это про меня говорили, издевались надо мной люди, которые 15 лет танцуют один и тот же примитивный танец. Это вы. Хотя, в общем-то, я думаю, я участвовал в «Танцах со звездами» не зря и все это терпел. Хотя бы ради того, чтобы весь квартал ползал передо мной на коленях и извинялся. Значит так. Это, Дима, перебор. Во-первых, не весь квартал. Во-вторых, мы тут слышали, что тебя в Бразилии недавно чуть не застрелили. И смотри, если дальше так пойдет, то следующий сезон программы «Свит на выворит» будет вести ведущий на выворит. Ты понял? Угрозы, да? Неплохо. Вот тогда и я поугрожаю. Да-да. Особенно тебе, Монатик. В следующем сезоне я участвую в «Голосе Краины». О! Вау! Поет Дмитрий Комаров! Это потом. Дима Комаров, ваши области! Потрясающий телеведущий Дима Комаров! Но на самом деле самая сложная профессия связана с нашими туристами-соотечественниками. Нет, это не горничная отеля, не аниматор и даже не бармен. Это пилоты самолета. Вы спросите, какого? Итак, шел 8-й час 3-часового чартерного рейса Киев-Ираклион. Пошли на посадку? Пойдем на посадку. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту чартерного рейса Киев-Ираклион. Я понимаю, что это может прозвучать как тост. Но для начала, пожалуйста, просьба не бухать, а прослушать важную информацию.
Уважаемые пассажиры, просьба на протяжении всего рейса не выключать свои мобильные телефоны, иначе ваши жены будут звонить нам. Спасибо. Товарищ командир. Да. Мы долго по Борисполю кружлять будем? Извините. Уважаемые пассажиры, еще немного важной информации. Мы сделаем пару кружков по Борисполю, так как друзья попросили подождать Валеру. Давай быстрее! Давай, давай, по-моему, все на месте. Ну вот, Валеру занесли, и мы можем отправляться в полет. За весь полет отвечает второй пилот и по совместительству стюарт Евгений. Запомните, пожалуйста, имя. Евгений. Не пьющий, не танцующий, на колени не садящийся. Стюарт по имени Евгений. Не стюардесса по имени Жанна, а стюарт по имени Женя. За полет отвечает не водила, не шеф, не братан, дай порулить, не служивый, а значит, в бомбардировках не участвовавший ранее, ни Сайгона, ни Пёрл-Харбора, командир корабля Владимир, приятного полета. Если табло зажглось, значит, оно на месте. А значит, на световом табло вы можете прочесть надпись. Просьба застегнуть ремни безопасности. Ну, а Валеру просто просьба застегнуть. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что наш полет продлится 20 бутылок виски, 45 бутылок водки и кега светлого нефильтрованного. Желаем вам приятного полета. Пойду проверю, все ли пристегнулись. Удачи, Евгений. И еще немного важной информации, уважаемые пассажиры. В этот раз никакого «давай полетим через Стамбул, там мой братан Жорик клуб держит». Не будет. Во-первых, никакого клуба там нет, мы все время проверяли. А во-вторых, Жорик летит с нами. Товарищ командир. Что такое? Там горящий человек по проходу ходит. Евгений, все в порядке, это аниматор. Они его для этого и взяли с собой. Слушайте, может, с ними как-то договориться? Нет, Женя, запомните, это не террористы. С ними никак не договоришься. Понятно. Ладно. Я пошел. Ты куда? Пойду чай раздам. Уважаемые пассажиры, буквально через несколько секунд стюард Евгений предложит вам чай и другие бесполезные напитки. Обожаю этот звук. Немного важной информации, уважаемые пассажиры. В целях экономии вашего времени хочу сказать, что толщина иллюминаторов 10 сантиметров. Я специально сделал паузу, чтобы все успели отшутиться по поводу 10 сантиметров. Спасибо. Товарищ командир. Да. Они там костер в салоне развели. Евгений, это вот что, ваш первый чартерный рейс? Да. Понятно. Передайте ребятам шампура. Спасибо. Они еще спрашивают, где парашюты. Мы что, падаем? Нет, все нормально. Люди хотят выйти покурить. Все нормально. Понял. Я хочу напомнить, что мы движемся в Ирклион из Киева. Мы находимся сейчас на высоте около 10 тысяч метров. За бортом уже минус 2 человека. Что случилось? Все нормально, Валера проснулся. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что один туалет находится в хвосте самолета, а второй уже возле Валеры. Буквально через пару секунд Евгений предложит вам еду. А я говорю, что прямо сейчас стюарт Евгений предложит всем еду. Ах так? Да. Ладно. Мужчин, да, вот вы с куполами на спине.
прекратите смущать батюшку. Ну не может он одной рукой одновременно стакан держать и креститься. Что случилось? Все нормально. Вытащите пистолет, пожалуйста. Не надо стрелять, просто вытащите и все. Спасибо. Представляете, им не нравится наша... Еда не нравится. А, уважаемый пассажир, просим прощения. Сейчас пристегнитесь, пожалуйста, нам нужно сделать экстренную посадку. Девушка, пожалуйста, 26 гамбургеров, 14 чизбургеров и 2 пирожка с вишней. И картошку. И картошку. По-селянски. По-селянски. Большую. Хватит. Сейчас Евгений разнесет всем органическую еду. Есть. Давай. А вот и еда. Уважаемые родители, я хочу напомнить, что маленькие бутылочки виски – это не для детей. Все нормально, товарищ командир. Да? Да, все успокоились вроде бы. Ну, вот прекрасно. Да, супер. Представляете, в интеллектуальные игры играют. Это хорошо. Да, вопросы задают. Это хорошо. Варианты ответов у них какие-то. Что? Волчок крутит. Какой? Мужики, я как человек вас прошу, пожалуйста, это не что, где, когда. Положите на место черный ящик. Слушайте, откуда вы все вот это знаете? 10-й фестиваль «Опыт», Евгений. Понятно. Буквально через пару секунд, уважаемые пассажиры, мы предложим вам товары «Дьюти Фри». Только через мой труп. Нет. Да. Для вашего удобства, уважаемые пассажиры, вы можете приобрести товары «Дьюти Фри» лично у Евгения в кабине экипажа. Скотина. Да. А вот и «Дьюти Фри». Извините, что без стука. Что происходит? Вы что себе позволяете? Кто вы такой? Я? Валера? Прокурор Черниговской области. Тогда отдыхайте. Вредного полета. Ух ты! Класс. Нравится? А? А что класс? Вертолеты в самолете. Понятно. Слушай, а где у тебя тут педаль газа, где тормоз? Это самолет. Здесь нет ни газа, ни тормоза. Серьезно? Да. Класс! Моя б точно на самолет сдала. Подсадишь? Ага. Уважаемые пассажиры, сейчас будет небольшой гараж. Дарочка! Пойду. Да, удачи. Пройдусь. Да, пройдите. Подышите. Что происходит? Деньги за проезд собрал. Какие деньги за проезд? Что с твоим лицом? Батюшка Христом. За грехи? За вискаль. Ты что, пил? Чуть-чуть, я не хотел, правда. Держи штурвал! Правда ж? Я сейчас с ними разберусь. Значит так, слушать меня. Я все-таки командир.
немножко влево ведет. Нормально. Чуть-чуть. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня не работает. Эй, мышка вас подташнивает, пацаны. Как зовут тебя? Евжене. Евжене. Приятно. Ой. Куда летим? Прямо. О, нам по пути. Подбросишь меня? Кэш. Ну и идем, пацан. Пошли. Давай. Я говорю, приступаем к посадке. Поехали. Есть, приступаем. Ты с нами летал, видали. Друг Валеры. А может и Валера. Я Валера только что здесь был, я чувствую. Хорошо, а при своем посадке открыть закрылки. Закрыть открылки. Выпустить шасси. Пустить шасси. Опустить якорь. Поднять перископ. А ты уверен, что за все отвечает одна кнопка? Конечно. Тогда открыть аварийный выход. Зачем? Как? А вдруг авария, выход закрыт. Понял. Классная фишка. Это, приступи к посадке срочно. Можно сесть. Конечно, садись, братан. Спасибо. Держись, диспетчерская. Хватит дуть в руку. Диспетчерская его не назвать. Сельская. Ничего, как говоришь, я не понимаю. Скажи медленнее, чётче. Ис-э-сельс-а-я. Нормально. Диспетчерская, слухаешь, у вас? Борт 377, разрешите посадку в Ираклионе. Борт 377, посадку дозволено. Спасибо. Через 6 минут ожидайте белый Боинг без шашечки. Выходите без звоночка. Командир, у нас бак пробит. Что? Бак. Бак пробит? Иди подожги хвост. Что? Хвост пожечься. Ну-ка, быстро выполняй приказ командира. Все, хвост горит. О, бак пробит. Хвост залит, и машина летит на честном слове, и на одном крыле. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, будет... Ну что, товарищ командир, мы сели? Ну, честно? Да. Если люди хлопают... И нет собачки на полосе. Тогда мы сели. Супер! Опа! Все будет хорошо, все будет хорошо. Я думаю, следующая жизненная ситуация знакома вам всем. Знаете, когда родственники говорят, что приедут погостить на денек, а остаются на полгода. Вот у нас такая же точно ситуация. Обычная семья. Вова, Лена. Ночь. Лена, я к тебе. Давай, только аккуратно. Да.
родственники. Извините. Куда? К жене. Еще раз переступишь, нос сломаю. Извините, дядя Коля. А что за проходной двор, я не понял. Ты угомонишься сегодня или нет? Дай поспать, я тебе говорю. Простите, дядя Витя. Кошмар. Все, блин. Твою мать! Это твой дядя, десантник. У меня инфаркт уже из-за него. Блин, я так не могу больше жить с ними. С твоими родичами. Когда ты полгода назад сказала, Вовочка, нас ждет пополнение. Я думал, речь идет о ребенке. Почему они все у нас? Я тебе уже 100 раз объясняла. У них в регионе очень сложная ситуация. Они беженцы. Что такого случилось в Луцке? Какая такая ситуация? Свитязь из берегов вышел? Или что? Прошу тебя, не начинай. Сейчас разбудим всех. Давай спать. Все, успокойся. Спать. Я не могу успокоиться. Все, давай. Как можно так жить? Лен, у нас уже с тобой 5 лет не было этого. Может, давай, пока все спят? Да нет, Вов, я при них стесняюсь. То есть они при нас не стесняются? А мы стесняемся почему? Ну ладно. Вроде действительно все спят. Давай, давай. В следующий раз, хорошо? Стоило будить, какой кошмар. Вот это ты... Надо было сломать тебе нос. Это что происходит? Они же каждую ночь тут хэкают, шмэкают. Ко мне приходили соседи сверху. Они сказали, что они не могут спать. Им страшно. Тут постоянно звуки. А они, между прочим, сатанисты. Им страшно. Слушай, Вова, мне тоже это все надоело. Но если ты такой умный, возьми и выгони всех сам. Как? Я добрый человек. А они пользуются моей добротой и бритвой. Что они тут делают? Кто все эти люди? Кто? Тебе уже объясняла не раз. Деверь, сноха, заловка. Я не спрашиваю, чем они болеют. Я говорю, кто все эти люди? Что они делают? Почему они не поедут к твоей старшей сестре? У нее свой дом. Потому что ее нет дома. Где она? Вот. Номер 44 может проследовать в уборную. Твою мать! Ну вот чего ты, вот сейчас ты чего злишься? Я 131-й! Я так не могу! И не могу пойти в туалет нормально, как человек, я не могу! Я должен прятаться везде, как кошка! Я не могу пойти на кухню! Там твоя баба Зоя лежит. Что она? Скажи бабе Зое, чтобы она укрылась! Да зачем? И так жарко, пусть так спит. Она голая спит. Не первый день. Она говорит, я морская звездочка. Вов, ну и что? Зато благодаря бабе Зое ты перестал по ночам шастать на кухню. Перестал жрать все время. Я перестал жрать из-за твоих родственников. Они все сожрали. Саранча. Тихо. Что ты кричишь? Не надо наговаривать. Они тоже не с пустыми руками приехали. Вон целого кабанчика с собой привезли. Так почему они его не заколят? Потому что он тоже из Луцка приехал. Да мне ваше землячество уже достало. Мало того, что ты его прописала, так мы его убить не можем.
Нет, не могу, я не могу пойти никуда. Я не могу принять ванную даже. Я не могу зайти туда. Почему? Там все время живет твой дедушка Алик. Да, он там спит, потому что больше негде. Да, но почему, когда я принимаю душ, он не выходит? Ну, потому что тебе на работу на 8, а дедушка старенький, он к 12 только просыпается. Я извиняюсь, а ужинать сегодня будем? Так ты угомонишься когда-нибудь или нет? Это 8-й ужин! 12 часов ночи, ляг! Ты что кричать? Это твой двоюродный брат. Очень странный. Господи, да чем же-то он странный? Потому что не могут дети в 5 лет так выглядеть. Невозможно. О, дядя твой, Витька, лунатик. Тоже очень странный, как и этот десантник-алкаш. Это ж надо додуматься. Каждую ночь отправляет этот десантник его в магазин за водкой. Ну, да, ну согласна. Немножко странные они все. Но зато, Вова, их много. И в этом их плюс. Воры к нам в жизни не залезут. Какие нахрен воры? Может быть, этот дядька усатый и есть вор? Какой вор? Я тебе уже говорила, это моя сестра из Еревана. Она здесь благодаря законам гостеприимства. Она здесь благодаря закону Савченко! Так, ладно, хватит. Чё ты кричишь все время? Дядю Васю разбудишь. Дядя Вася твой. Я вообще с самого начала думал, что это Ким Чен Ын. Ой, тоже. Начинаешь вот это вот. Прямо подумаешь, похож человек на Ким Чен Ына, с кем не бывает. Да ни с кем не бывает. И скажи ему, чтобы он смывал после себя в туалете. А то я не северокорейский народ. Я терпеть не буду. И главное, выходит, слышь, такой гордый из туалета. Как будто бы он не по большому сходил, а по великому. Ладно, все. Ой. Кто это такой? Что происходит, Лена? Что это нахрен происходит, Лена? Кто это? Вова, это мой брат, тоже троюродный. Троюродный? Родственник. Ты уверена? Я с ним вчера разговаривал. Он думает, что ты его баба. Лена, кто это? Так! Все, меня достало. Ну-ка, все, подъем! Быстро все встать! Встаем, говорю, встаем! Быстро встаем! Значит так... Уважаемые родственники, я этого терпеть больше не буду. С этого дня... Да! Алкоголик. С этого дня мы живем по новым правилам. Значит так, с утра все запомнили. Запомнили. Первыми завтракают дети. Передайте бабе Зое. Дети. Не дети войны, а просто дети. Дальше. Если вы идете в туалет, и дверь заперта, это не значит, что поломалась ручка. Это значит, что там кто-то сидит. Не надо ломиться. Не надо выламывать своими ногами и ломиками дверь. Не надо пытаться попасть в унитаз, когда я там сижу. Снайпера чертовы. Теперь, во время обеда, когда мы читаем обеденную молитву, передайте, пожалуйста, своей тете Алле. Не надо входить в кураж и собирать милостыню. Ясно? И теперь самое главное. Передай, Лена, своей маме. Когда ночью, Лена, когда, Леночка, ты кричишь: о, Господи, быстрее. О, мамочка, быстрее. Не надо ломиться через всю квартиру. Лене сейчас хорошо. Вы запомнили? Ой, Вовочка. А это мои родственники дальние приехали. Помнишь, я предупреждала тебя? Кто? Звери. Звери? Угу. Твоя мама, я смотрю, вообще без берегов. Какие нахрен звери? Да нет, ты не понял. Ну, звери. Стая? Да нет, группа звери. У них там еще Рома главный. Маугли? Да нет, Рома, зверь. О, Господи. Друзья, встречайте, у нас в гостях группа «Звери». Твою мать!